Всем привет, с вами Стеймон, и сегодня я покажу реально крутые шейдеры. Погнали! Это не топ, а просто подборка. И первый шейдер — это Sildur's Vibrant Extreme. С этими шейдерами вы буквально погрузитесь в атмосферу игры. Красивая вода, лужи после дождя и нереальная атмосфера — это все может быть у тебя, если установишь эти шейдеры. Вторые шейдеры — это CUDA Shaders. Для тех, у кого не сильно мощный ПК, то можно попробовать эти шейдеры. Можете установить Light версию и также Ultra. Практически те же эффекты, как и у прошлых шейдеров, но здесь все чуть-чуть минималистичней. Следующие шейдеры — Lagless Shaders. Шейдеры для тех, у кого слабый ПК. Практически ничего не добавляют, но небольшие волны, небольшие тени и листья, которые немного шевелятся, разрядят обстановку. Если вы любите очень яркие шейдеры, то Project Luma вам точно должен понравиться. Яркие и красочные шейдеры, которые отлично подойдут для тех же сериалов или же просто для комфортной игры с друзьями. И самые реалистичные и крутые шейдеры — это Seos PTGI E10. Даже мой достаточно мощный ПК выдает на высоких настройках Майнкрафта примерно 30 FPS. Но эти шейдеры настолько крутые, если у вас есть видеокарта RTX, то ваши глаза просто взорвутся от увиденного. Что же, всем спасибо за просмотр, с вами был Стеймон. Вот вам небольшой спойлер, примерно к понедельнику выйдет вторая серия Метро. Всем пока.